Добро пожаловать в самую маленькую группу местного действия «Юрзем», которая переводится как «Земля у моря». Наша группа местного действия состоит из двух муниципалитетов Саукрасты и Царниково. Мы граничим с Ригой, и у нас около 15 тысяч человек. Мы работаем двумя фондами, Европейским фондом рыболовства и фондом развития сельских районов. Наши самые важные ценности – это побережье, культурное наследие и люди. Предпринимательство, сохранение культурного наследия и социальная деятельность – это наши приоритеты. Мы находимся в Царниково у местного исследовательского центра, который создан был с помощью кофинансирования самоуправления и группы местного действия. Из маленького здания в течение нескольких лет этот центр превратился в любимое место, которое можно посещать местным людям и тем людям, которые приезжают посмотреть в муниципалитет. Для развития этого центра были использованы многие фонды и программы. В следующие годы тут будет выявлено место для постройки ресторана, которое тоже может быть финансировано группой местного действия. Мы сейчас немножко посмотрим муниципалитет Царниково и поедем в другой муниципалитет, в Саукрасты. Добро пожаловать в Саукрасты. Мы находимся на природном объекте Белая дюна. Этот объект очень популярный здесь. Что природные объекты принесли пользу муниципалитету и его предпринимателям, надо создавать комплексные предложения. Мы находимся на месте, где тоже слились финансирование и группы местного действия, и других фондов. На данном месте муниципалитет сделал или построил публичную инфраструктуру, включая общественный туалет, а местный предприниматель сделал ресторан. Мы находимся в апарт-отеле «Пстранд», который также получил поддержку от нашего партнерства. И тут то место, где мы заканчиваем наш очень короткий визит в нашу территорию нашей группы местной деятельности. Добро пожаловать в Саукрасты и Царниково!